Привет, с вами я, Фан По, и сегодня у нас будет вторая часть поездки в Барнаул. Сейчас у нас день, мы уже накрасились, сделали прически, и сейчас мы пойдем в зал. Все, сейчас мы выходим на улицу из гостиницы. Если катимся у вас в эти... Сейчас мы ужинаем. Вот наш ужин. Сейчас мы после ужина смотрим танцы на ТНТ и пьем водичку. Яркими танцами каждую субботу на самом масштабном танцевальном шоу страны. Эстель, у красоты есть имя. Сейчас вы увидите, что мы делали, когда мы посмотрели шоу танцы. О, я нашла группу ВКонтакте «Танцы». Ну-ка, нужно зайти. Вроде все нормально, все стерло. Да, да, все нормально. Сейчас мы ходим по гостинице. Сейчас у нас вечер, мы сейчас будем готовиться ко сну, чистить зубы и ложиться спать. Завтра у нас еще соревновательный день, мы будем выступать мяч булаву, поэтому держите за нас кулачки. Мы должны справиться на все 100%, поэтому завтра мы должны встать очень рано, почистить зубы, позавтракать, сделать себе шишки, покраситься и идти в бой. Мы вас очень сильно любим. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока.